Итак, в последнее время я заметил рост количества топов аниме, в которых люди советуют анимешным фанатам конкретные аниме для просмотра. Но ни в одном из них я не заметил рекомендаций чего-либо, что фанаты аниме в итоге и впрямь посмотрят. Так что, если вы хотите, чтобы вас считали всесторонне уважающим аниме-фанатом, нахер все другие топы, говорящие вам, что смотреть. Вот настоящий топ-20 аниме, которые должен посмотреть каждый поклонник аниме. Или вы, видимо, не настоящий поклонник аниме. В HD. Номер 20. Мастера меча онлайн. Начнем этот топ, разумеется, с классики, с мастеров меча онлайн, которые оказались у всех в списках для просмотров, едва их начали показывать летом 2012-го. Суть в том, что мастера меча онлайн абсолютно ни при каких условиях не должны вам нравиться, но их нужно посмотреть, чтобы обсирать тех, кому они нравятся. Да, самый простой способ завести друзей и стать популярным — обсудить, каким же дерьмом оказались мастера меча. Даже если вы не считаете их такими уж плохими. Станьте душой компании, назвав Кирита нервным, самодовольным, оупишным мудаком и заявив, что первая половина гораздо лучше второй половины. И я гарантирую, что вы станете одним из крутых детишек. 19 место. Полнометражка от Гибли. Ну правда, все же обожают фильмы от студии Гибли. Даже те, кто ненавидят аниме, обожают их полнометражки. Так что вам тоже нужно любить Гибли. То есть все знают, что Миядзаки просто, блядь, ненавидит аниме и хочет еще штук 50 Хиросим. Так что, возможно, их даже за аниме считать нельзя. Так что убедитесь, что вы посмотрели все, что нужно. Я говорю об «Унесенных призраками», «Принцессе Мононоке» и буквально любом другом фильме от Гибли, дабы вы не казались необразованным уёбком, который только и видел, что «Унесенные призраками» и «Принцессу Мононоке». 18 место. Полнометражка не от Гибли, но не «Акира» или «Призрак в доспехах». Все верно, общественность. Существуют и другие полнометражные аниме. Ну, знаете, полнометражка от чувака, который про Дигимонов снял. О, еще от того чувака, который умер слишком рано, и от того чувака, у которого все выглядит просто великолепно. Не помню, как их звать, вряд ли это важно. 17 место. Старое аниме. Давайте на чистоту. Старое аниме отстой, и все это знают. То есть, это общепризнанный факт, что все, что вышло до эпохи цифровой анимации, смотрится богомерзко и не стоит вашего времени. И чем оно старше, тем хуже оно становится. Но всегда найдется один фанат, годящийся твоему отцу в ровеснике, вспоминающий те времена, когда он смотрел «Макрос» или какую-то ову 90-х, о которой буквально никто не слышал на своей VHS-кассете. Чем бы это ни было. Так что нужно, чтобы вы могли сказать что-то вроде «Да, я в детстве тоже обожал смотреть «Остробоя». И он наверняка от вас отстанет. 16 место. «Белая коробка». Оно скорее для критиков и для тех, кто хочет больше знать об индустрии в целом. Ну то есть, можно, конечно, самому поискать инфу о закулисной деятельности аниме-индустрии, чтобы разобраться, но... нахер все это! Посмотрите «Белую коробку», и вы уже кандидат наук в области производства аниме. И отныне ваше мнение будет бесконечно авторитетнее того, кто ее не смотрел. Плюсом будет, если вы еще и бакуман прочитаете и станете экспертом в области рисования манги. 15 место. Ностальгические шоу, которые вы смотрели в детстве. О, да, вы были детьми 90-х, которые росли на Покемоне и Драгонболе Z. Разве олдскульный Тунами не вызывает у вас радостные воспоминания? Возможно, вы подсели чуть позже, когда Наруто, Блич и Ван Пис стали популярны. В любом случае, эти шоу всегда останутся в вашем сердце, и не важно, что говорят другие. Да даже вы не уверены, были ли они такими классными, какими вы их запомнили, но это ничего. Вы были глупым, наивным ребенком с дерьмовым вкусом. Но, по крайней мере, теперь будет заметно, что вы стали старше, умнее, а вкус у вас все такой же дерьмовый. 14 место. Хентай. Да, нас всех заебало, что весь остальной мир считает, что каждое аниме, которое вы смотрите, это цирк ебущихся уродов с щупальцами. И каждый раз, когда ваша мама заходит в комнату, она гарантированно попадет на сцену, в которой девушка спотыкается, демонстрируя свои сиськи. Можно всю жизнь объяснять, что аниме — это не только обширная и разнообразная область, к которой относятся одни из самых захватывающих сериалов всех времен, но и уникальная платформа для создания сюжетов. Но давайте на чистоту, народ. Вы все его смотрели хотя бы раз, да? Даже девушки. Просто помните самое важное правило из всех. Его никогда нельзя обсуждать или даже признавать, что мы его смотрели на публике. Никто не должен этого знать. 13 место. Легенда о героях галактики. А вот тут небольшой подвох, потому что на самом деле никому не нужно смотреть легенду о героях галактики. Нужно просто говорить, что вы хотите ее посмотреть. Дело в том, что как только вы посмотрите легенду о героях галактики, вы достигнете точки невозврата как фанат аниме. Поскольку любое аниме, которое вы посмотрите после него, будет смотреться как полное говно. И вы буквально будете на голову выше всех, кто не смотрел легенду о героях галактики. Так что, если вы не готовы перейти на следующий уровень развития, просто скажите «Да,
типа, обязательно гляну его как-нибудь. 12-е место. Аниме, насчет которого вы спорите о лучшей девушке. Вы не настоящий поклонник аниме до тех пор, пока не спорили о том, какая девушка в конкретном сериале бесспорно самая лучшая. Забудьте о политике, забудьте о религии. Вы не сталкивались с конфликтами до тех пор, пока не наблюдали, как группа задротов ругается на тему, у какого вымышленного двухмерного персонажа самые привлекательные черты из всех выдуманных персонажей в конкретном аниме. Льется кровь, рушится дружба, и именно здесь вы обретаете истинных братьев по оружию. Однако, сперва вы должны принять неопровержимый факт, что любой, кто не согласен с вашим мнением, обладает дерьмовым вкусом. А как только вам наскучит сражаться в нескончаемых войнах за лучшую девушку, посмотрите проект «Школьный идол» и убедитесь, что мирное утопическое общество может существовать в реальном мире. 11-е место. Что-нибудь с сиськами. Потому что... сиськи. 10-е место. То популярное аниме, которое все смотрят каждый сезон. Вы знаете, о каком я. То, которое обсуждают все без исключения, потому что, по всей видимости, никто ничего другого в этом сезоне не смотрит. Неважно, смотрите ли вы. Вы все равно не найдете другой темы для разговора. Так что запрыгивайте на волну хайпа и зацените, по поводу чего столько шума. Но будьте готовы к буре говна, которая поднимется после его завершения. Вам нужно либо обожать его, либо считать куском переоцененного говна, потому что любое другое мнение не считается. Но не волнуйтесь, все утихнет недели через две, потому что тогда уже начнется новый сезон. И мы снова будем выбирать новое популярное вышедшее аниме и запускать цикл вновь. Вечно. Но прежде вам необходимо посмотреть 10.5 место. 50 аниме, которые вы выбираете в начале каждого сезона, а затем бросаете после 3 серий. Ну правда, это же начало сезона. Все выглядит отлично. У всего есть потенциал. Вы смотрите шоу, которое обычно бы не стали смотреть, но почему бы и нет? Вдруг будет что-то стоящее. Затем, после 2 или 3 серий, вы понимаете, какой же вы тупица, что пытались осилить 50 серий каждую неделю. И просто продолжаете смотреть ту же старую фигню, которую всегда и смотрели. Неоригинальный вы плебей. 9 место. «Аватар. Легенда об Аанге». Одно из лучших аниме из существующих, которое все помнят и которое все смотрели в детстве по ящику. Оу, что? Это вообще-то не аниме? Да быть того не может. То есть оно похоже на аниме, воспринимается как аниме, звучит как аниме, так что какая разница, где его сняли, да? То есть, боже упаси, если мы расценим его как... мультфильм. Он что, похож на сраных гриффинов, что ли? Да? Нет. 8 место. Боку но Пико и Кори в доме. Было бы упущением не включить сюда общепризнанные шедевры, коими являются Боку но Пико и Кори в доме. Классические произведения, проложившие путь культуре аниме, революционизировавшие восприятие современного аниме, прочно установив себя как... Я просто угораю, ребят. Я вставил их сюда, чтобы кучка людей могли поржать над заезженными шутками. Хэштег «Сюда идет тот парень Харамбе». 7 место. Гандам. Если вы являетесь поклонником аниме уже длительный период времени, вы непременно натолкнетесь на фаната Гандама. Так что очень важно поддерживать с ним внятную беседу. Вот только превращение в полноценного фаната Гандама и просмотр всех Гандамов займет у вас 50 миллиардов 3927 часов, 3 просмотра трилогии «Властелина колец» и катку в Dota 2. Так что все, что вам нужно, это посмотреть Гандама. Любого из сериалов. Вообще без разницы, какого из них, ведь они все по сути одинаковые. Там гигантские роботы, политика... гигантский робот. Важно то, что теперь у вас есть любимый сериал из вселенной Гандама. Так что, когда фанат Гандама спросит, какой сериал ваш любимый, вы всегда можете дать правильный ответ. Самый лучший из них. И все сразу поймут, о чем вы говорите. Верно ведь, фанаты Гандама? А если вас спросят, какая у вас любимая эра Гандама, просто отвечайте... да, 6 место. Ковбой Бибоп. С тех пор, как его впервые показали на Adult Swim, это шоу мгновенно стало классикой для западных поклонников аниме. Но обязательно ли оно к просмотру из-за запоминающихся персонажей, великолепного саундтрека и потрясающей визуальной составляющей? Да нихуя! Оно обязательно к просмотру, потому что в следующий раз, когда вы встретите ценителя субтитров, заявляющего, что все дубляжи говнище, вы сможете сунуть это шоу ему прямо в его мерзкую рожу, и он никак с этим не поспорит. 5 место. Нападение на стальную тетрадь смерти Ван Панчмана. Все верно, это однозначно самый успешный аниме-сериал, и все их смотрели и обожают, включая вас. Просто помните, что в вашем топ-10 любимых аниме должен быть один из них, но ни в коем случае нельзя ставить их на первое место. Ведь они всем нравятся, так что вас будут считать неоригинальным пиздюком. 4 место. Третий эпизод «Девочки-волшебницы Мадоки». Я не знаю, наверное, что-то особенное произошло в этой серии, то есть все продолжают обсуждать ее и по сей день, я не...
Я, блядь, не знаю. Третье место. Аниме про старшеклассников. Аниме не будет полноценным, если его действие не разворачивается в старших классах. Если нет, то хотя бы его персонажи школьного возраста. Став поклонником аниме, вы фактически лично посещаете японские старшие классы. Вы станете экспертом в церемониях открытия, организации школьных фестивалей и сидении на задней парте в классе у окна. Не забывайте, что это также означает, что вы смотрели много аниме жанра повседневность. Видите ли, жанр повседневность совершенно уникальный и существует только в аниме. А значит, никто в душе не знает, что он из себя представляет. Так что, если действие разворачивается в старших классах, наверняка в нем есть элементы повседневности. И все это, блядь, просто обожают. Второе место. Neon Genesis Evangelion. Определенно одно из самых значительных аниме, когда-либо вышедших. Каждый фанат аниме знает, что однажды ему в конце концов придется посмотреть Neon Genesis Evangelion, чтобы составить мнение о Neon Genesis Евангелионе. Полюбите ли вы его? Возненавидите? Не поймете концовку или же поймете все настолько хорошо, что сможете написать 50-страничный анализ о сериале? Даже если все, что вас волнует, это кто лучше, Аска или Рей. Вам абсолютно необходимо составить о нем мнение, потому что его будут обсуждать еще примерно 7 триллионов лет. Первое место. Ваше любимое аниме, которое не попало в этот топ. Слушайте, народ, я понимаю, что это настоящий топ-20 аниме, которые должен посмотреть каждый поклонник аниме. И тот факт, что ваше любимое аниме не попало в этот топ, просто-напросто полный бред. И не важно, что я, возможно, еще не смотрел это аниме, или не считаю, что оно настолько же клевое, насколько вы считаете, и что невозможно угодить всем и каждому, ваше аниме просто обязано быть здесь, и я явно не понимаю, о чем говорю. Так что прошу, оставьте миллион комментариев, рассказывающих мне о том единственном аниме, что я упустил, и поставьте дизлайк, чтобы я осознал все великолепие того аниме. Ведь после этого я, несомненно, осознаю. Знаете что? Вам стоит так поступить, даже если ваше любимое аниме попало в топ, но не на первое место. На этом все. Надеюсь, вы узнали кое-что о себе, как о поклоннике аниме, потому что, как гласит название этого видео, если вы не смотрели абсолютно всего из этого топа, то вы явно не истинный поклонник аниме, да? Ну или смотрите то, что вы хотите посмотреть. Я же не ваша мама, в конце концов. Спасибо за просмотр. Ролик озвучен студией Джошизо. Автор перевода — Кирилл Макашенец. Надписи и оформление звука — Алексей Михайлов. Жмите мне нравится, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Кроме того, в описании есть ссылка на оригинальное видео Гигика. Поставьте ему лайк, если вам понравилось. Ну и еще там указаны наши реквизиты, если вы захотите поддержать наш проект.